минус 12 за бортом. Ребятки воткнулись, никто не разбудил, красавчики. 7 утра. Минус 12, мама, не горюй. Бррр, дубак. Блин, второй раз уже такая лажа. Насыпал овсяночки. Схватил пакет с холодильника. Бульон. Когда-то был в гостях, варил кофе тоже. И там мамуля Светина. Я говорю, есть молочко? Да, давай. Налила бульона мне в кофе. Вот блин. Что ты будешь делать? Что с этим теперь делать? Пахнет пока сладко. Опа. Короче, беру я новый пакет. Вот такой квакер. Не хочу я. Там вроде капля бульона, но вылавливать вкусы там. А бульона, молоко, непонятно что, не хочу. Поэтому высыпал. Вот это надо сразу убрать в холодильник. Дед Мороза оставляем. Все, французики выгружают. Я пломба болт, говорю, do you have a bolt, как он там, bolt cutter? No, no, пошел. Приносит болгарку на батарейках. Так. Приносит болгарочку на батареечках. Раз, 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 обрезал мне пломбу болт. Так, ну вот. Пломбу болт обрезал. Сколько ж я ставил? 3 минуты вроде много. 2. На 2 минуты. Пошла вода. Классно, не надо тут клацать. 2.0. У нас дома старая микроволновка там. Надо нажимать. 2.00. Тут все. Это уже минуты. 6.9. Клац, клац, и все. И пошло. И пошло, поехало. Чайник кипит, чайник кипит. У нас осталось остатки роскоши. Листовой чаек Хеллис. Купили в украинском магазине. Есть в Лондоне. Есть в Миссисаге. Украинские конфетки, чайки. На-на-на-на-на. Опа. Кандам стайл. Полетели. Чай и лимоны. Эх, чай и лимоны. В новогодней кружечке. Доброе утро. Выгрузились, ждем загрузку. Что будем делать? Уже час жду. Не могут она не найти. Будем барганить тогда, что-то хавать. Вот. Вот. Переименовал я сегодня канал. Жизнь в Кенворте. Т-680. Раз я уже на этой неделе 2 рейса у меня на Квебек. Живу в Кенворте 2 ночи. Переименовал. Что-то видишь, не так легко уже дело ближется к Рождеству. И не так легко, наверное, найти уже загрузочку. Обычно выгрузился и уже что-то есть. А это что-то балалайка. Балалайку в руки возьму. Ту-ду-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ру. Что у нас тут еще? Котлетки есть. Котлетосики. И есть у нас еще одна картошиночка осталась. Сейчас мы сделаем то, что я говорил вчера. Суп. Суп в сковородке. Кстати, классная такая сковородочка. Чугунная. Она вообще не двигается по плитке. Можно ехать и жарить картошку на ходу. Так, опускаем гриль немного.
чтобы было видно. Картошка. Продаем картошку, цибулю. Картошка, цибуля. Кого будила эта тетка на газели? Продаем картошку, цибулю продаем. Ужасный голос. Ужасный голос. Так, что мы нарежем кубиками? Типа ж суп. Типа суп будет, не? Мини-суп в сковороде. Пойдет тема. Темовая тема. Ух, огнище. Пошла вода у хату. Пошла вода у хату. Пи-би-би-би, пи-би-би-би. Пи-би-би-би, пи-би-би-би. Пи-би-би-би-би-би-би. Пи-би-би-би-би-би-би. Обжариваем, обжариваем, обжариваем. Жира хватит, я думаю. Что нужно открыть окошко. Ой, красота, зима. За бортом минус 8. Минус 8. Сообщения нету, загрузки нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Ждем, ждем, ждем. Ух. Красота. Среди бегущих. Так, ну что, картошечка обжарилась. Можем добавить бульончик. Добавляем бульончик. Это я первый раз такое готовлю, не знаю, что тут за суп получится. Ну что-то получится. Берем еще мивинки, третью часть. Все. И тушим. Всем смачного! Нет загрузки. Стою в Монреале, логист присылает. Good morning, там всех. Merry Christmas, жила-была. Сейчас 22 декабря. Пятница. Завтра суббота, воскресенье, выходной. Понедельник, вторник тоже выходной. 25, 26, 27, короче, до среды выходной. Всем хорошего Рождества, жила-была, блин. Все, пока. Я говорю, пишу, да, это классно, говорю, ну, блин, я стою в Монреале. Он пишет, мы подарим тебе какой-нибудь подарок. Ёлки-палки, нафиг, вы что гоните? Я говорю, найдите мне загрузку. Он говорит, все типа работают над этим сейчас. Ой, кино, кино и немцы. Кино и немцы, блин. Давайте загрузку. Ищите какую-то палету хотя бы уже, чтобы порожняк не гнать. Сложно уже, сложно найти что-то. Сложноватенько. Ждем. Ой, ладно, порелаксуем немножко. Опа. Все хорошо, Игорюня. Все хорошо, все хорошо. Отдыхаем. Ждем. Спокойствие. Спокойно, Миша. Пью. Полетели, нашли загрузочку. 123 км, конечно. Пью, пью, пью. 123 км от дома. От дома. Из Ноугуд. Не в сторону дома. Но хоть что-то нашли. Не надо тут куковать будет. Ты шо? Солнце шпарит. Погодка. Огонь. Огонь, огнище. Полетели.
Виадук. Ох ты, елки-палки. Солнце шпарит, мама, не горюй. А мы летим. Да, дорожки так себе, конечно. Ремонт. Ну, довольно-таки широкий ремонт. В Европе едешь там по 5 сантиметров с каждой стороны и едешь. Тут ремонт, можно еще и встречку пускать. Так, транзит. 300 метров. Неизвестная дорога. Это не очень хорошо. Трава, ух, знак. Забыл, что это такое. Что означает в плане? Что означает этот знак? Трава, ух. Так, А25. Знак 50, понял. 4,4 высота пойдет. Этот знак я не знаю, что это такое. Черный квадрат. Водитель профессионал, не знает знаков. Ага, вот знак в левом ряду грузовикам нельзя. Туннель для грузовых левее. Ну, понял. Туннель платный, бесплатный. Плюс 29 минут, ты что, серьезно? Куда ты меня завел? Ёперный балет. Быстрее никак не переплыть эту речку. Капец. Что там за туннель такой? Ай-яй-яй-яй-яй. Загуглил я, в общем, что-то за черный квадрат перечеркнутый. Ну, типа пишут, что не полагайтесь на GPS в туннеле. Вся информация там закрыта, открыты, когда закрывается, открывается, полосы на север. Ну, короче, не надейся на GPS, называется черный квадрат. А мы щимимся в туннельчик. Что-то лепят тут горбатого какого-то, ребята, ребятушки. Квебекские ребята. Публика разношерстная. Негры, китайцы, индусы. Негры, может, обидно. Афроамериканцы. Афроамериканцы. BMW X5 или X6. M5, X6. Что за бэха? Скалы, по льду, прям лед, она текла вода. X6, BMW X6. BMW X6. Водопады позамерзали. Да. Жираф, привет. Квебекский жираф. Все во льду, ты глянь. Красота. Красота какая. Да, ну то, что мы тянемся от дома 120 км, до дома и так 850 км, а мы еще 120 от дома делаем. Опять косарь на сегодня, короче. Косарик, снова косарик.
Питер Билд. Ныряем в туннель. За синей Теслой. Надеюсь, у нее GPS не отключится в этом подземелье. Не пропадет она с радаров. Цвет темно-синий мат. Интересно. Темно-синий мат. Погнали! Ныряем под воду. Да, декорация такая. Как раз еду сейчас. Книжку слушаю сталкера. Такое что-то там подходит. Туннели бетонные. Едем по четвертому энергоблоку. Что-то я не вижу вентиляторов, чтоб вытягивали угар. Я не удивлюсь, если их тут и нету вообще. Туман такой стоит, кумар. В Европе такие прям турбины сверху висят, вытягивают весь газ с туннеля. Тут я что-то не вижу. Ничего подобного. Да будет свет! Ю-ху! Переплыли! Мы его переплыли! Ура! Ура, товарищи! Стройка! Стройка века! Ну, назад уже радует. Назад поеду другой дорогой, можно объехать, уже переплывать речку буду в другом месте. Речушечка осталась позади. До Нью-Йорка 600 километров, кстати, отсюда, где-то с Монреаля. Все, свобода, свобода! Финиш. Полетели. Дики новенькие стоят. Ай, красавчики. Ну, тут уже сбор пошел. Бескапотнички стоят даже. Прикольно. Там горы. Горы, горы, горы. До загрузочки 65 км. Рулим, рулим. Ну, погодочка просто шикардос. Просто шикардосичек. Ты прав, Дубрин. В левом ряду идут фуры 106, а в правом идут легковушки. Вот мне кто-то сказал, что все наоборот. Да ну, говорю, не может такого быть. Но получается, что так. Слева фуры валят, справа легковушки плетутся. Еле-еле. Получается, что так. Давай. Обогнал доджа. Ты что, красавчик. Ниссан обогнал доджа. Да ты что, валит. Ничего себе, зверь. Додж. Ну как можно на доджа ехать, блин? 80 км по трассе. Я не знаю. Не позорь, Додж. Яичко. Я тут уже проезжал по этой трассе. Помню это яичко. Я помню это яичко. А
I remember this ex. Сейчас похоже, короче. Догоняем поезд. Догоняем поезд. Но они обычно не быстро идут. 80 где-то. Тим Хортонс, Walmart. Вот еще какая-то фирма. Нормандин какой-то. И знак на паркинге на асфальте написано ЛКВ. Это вот эта вот штука ЛКВ. В Германии просто фура ЛКВ, а в Канаде ЛКВ это вот такие вот две шаланды без спальника. Нафига тебе спалка? У тебя, блин, два прицепа по 13 метров. Или по 14. Короче, нормальные прицепчики. Однодневочки. Такие дела. Что там индикатор? Горыть, горыть. Правый ряд даже не перестраивайся. Потому что постоянно кто-то едет медленнее фуры. На легковушке. Постоянно. Постоянно. Нема сенсу. Нема сенсу. Подъезжаем. Блин, что тут за туннель? Знаки есть? Знаки есть? Я ж по Google картам езжу. Знака нету. Какая высота? Значит, должны пройти. Subway ресторан. Опа. Green light. Green light. Нормально. Хороший мост. Так, наш warehouse. Надеюсь, не закрыт. Вот он уже едет 70. Дистанция 300 метров. Молодец. Молодец. Вообще красава. Держит дистанцию 300 метров. Красюк. Легендарный скулбас. Они валят тоже 110, как и фура. Валят молодцы. Бацики на скулбасах. Фокс. В Кенворте есть Firefox. Прикол. Прикол. Мы запарковались. Так, индикатор горит. Смотрите, сколько места на паркинге. Проблем нету с паркингами, реально. Где они все? Вроде на дорогах трафик большой. Паркингов не так уж много. Там расстояние 80 км. Или они все доезжают до базы, или они все едут. Места практически есть всегда. Firefox, за прикол. А ну-ка. Что такое? YouTube. Да ну нафиг. Сервер not found. Не нашел. Ну прикол вообще. Facebook, YouTube, Amazon, Twitter. Это прикол. Конечно. Спокойной ночи. Петруха, братуха едет, а легковушка тормознутая, блин, держит его еле-еле. Красавчик, смотри какой. Ух, Петрулька. Вот уйди вправо, да? Вот уйди вправо. Нет, едет, блин, вцепился вот так двумя руками в руль, блин, и едет 80 км в час. И вот не сдвинулся вправо вообще. Я не знаю. Роботы. Чарджер. Я не знаю. Я груженный на всю, конечно. Но что с такие горы сдувается до 60 километров.
Это нормально? Кенвард, это нормально? Что ты сдуваешься до 60 километров? У тебя ничего не забито? Фильтр никакой не забит? Все нормально? Зацените, братва, часики какие подъехали нам на подарочек. Люди занимаются, делают. Красавчики, шедевр, конечно. Шедевр. С эбоксидной смолы. Дерево, красочка. Красюки. Просто огонь. Вот и все. Конец рейса. Котлетки греются. А я поеду, пока вывезу мусор. Уже на базе. Шабаш, финиш. Всех с Рождеством, с наступающим Новым годом, веселых швёнт. Всем крепкого здоровья!